Власть врасплох. Фотовыставка с таким названием объединила 85 снимков известных политиков в неожиданных ракурсах. Подобная выставка в Иванове уже однажды проводилась. Было это 6 лет назад, но традиция не закрепилась. Спустя годы идею подхватило руководство журнала «Власть». За год существования журнала скопился очень богатый фотоархив. И не только официальные снимки, но и те, где наши представители власти были в таких нетрадиционных ситуациях, нетрадиционных ракурсах, с нетрадиционными, так скажем, друзьями, знакомыми. Вот. И поэтому мы даже долго не думали, чтобы сделать эту выставку. Мы просто открыли специальную папочку, куда складывали все эти интересные фотографии, и в нужный момент ее открыли. Сначала организаторы выставки планировали обойтись своими силами, но в конечном итоге пригласили фотографов со всей области. Откликнулись 16 авторов. В общей сложности поступило около 300 работ. В экспозицию вошли лучшие. Приза зрительских симпатий был удостоен диптих Андрея Сафронова «Апостолы». На снимках изображены Михаил Ратманов и Игорь Волков. По словам автора, такие удачные фотографии – чистейшая случайность. Но кто же будет позировать сам по доброй воле для таких курьезных фотографий? Люди находятся, как правило, на серьезных мероприятиях, они же не на каком-то юмористической передаче Петросяна или КВН. Поэтому эти моменты происходят случайно. Здесь главное вовремя увидеть этот момент, нажать на кнопку. Посмотреть выставку пришли не только авторы, но и герои, оказавшиеся под прицелом. Глава города Вячеслав Сверчков от души посмеялся над собой и над коллегами. Здесь вроде бы смеется над нами фотограф и журналист, да, но это смех добрый, поэтому мы считаем, что ничего страшного нет, и, может быть, и надо это иногда делать, чтобы политики иногда почаще улыбались и понимали, что они такие же простые люди. Фотографы уверяют, что процент таких курьезных фотографий невысок. Обычно сделать забавный снимок удается, когда властьдержащие на мгновение забывают о своих высоких статусах. Был один случай, это, по-моему, была какая-то выставка, художественная выставка, и всем VIP-лицам пригласили их нарисовать то, что они хотят на холсте. Ну, вот это был смешной момент, когда главные лица области рисовали цветочки, ягодки, грибочки. Это было интересно. Как ни странно, герои снимков нисколько не обиделись на фотокоров. Наоборот, даже прозвучали пожелания, чтобы подобные выставки стали доброй традицией. Любовь Почерникова, Андрей Синволков, РТВ, Иваново.